Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в Набережные Челны. Республика Татарстан и 23-й тур лучшей лиги мира. Мелбет первой лиги. Второго по значимости дивизиона в российском футболе. КамАЗ против Динамо. Поехали! Звучит стартовый свисток в исполнении главного арбитра. Динамо Махачкала в светлом комплекте формы. Ну и, соответственно, КамАЗ темно-синие цвета. Давайте быстренько по составам играющих команд пробежимся. Ну, насколько я знаю, в ближайшей перспективе планируется заменить поляну. А именно покрытие. Удар за пределы штрафной. По-моему, не коснулся мяча Волк, поэтому углового не будет. Но хорошая была попытка. Максим Лаук пробил за пределы штрафной. Максим Абрамов подает штрафную площадь. Высоко, там борьба. А здесь можно уже и пробить. И есть удар, и добивание. 1-0. Дмитрий Стародуб открывает счет в этом матче. Важнейший гол для КамАЗа. Очень долго мы не видели никаких подходов, никаких моментов, чтобы вот так на 35-й минуте дождаться. Додавили. Агрессией своей, желанием своим, страстью своей футболисты КамАЗа этот мяч заслужили. Да, они, может быть, не так уж и часто создавали что-то по-настоящему серьезное у ворот Давида Волка. Но сейчас они доработали эпизод до конца. Зелимхан Юсупов вполне может отдать передачу интересную, нестандартную. Вот такой заброс в штрафную площадь. Момент может получиться. Удар поворотом. Еще одна попытка. Пятка и гол. Мяч между ног. Голкипера проходит. И сравнивают счет гости. Идар Шумахов. Да, это защитник. Идар Шумахов. А, нет, вы знаете, это не Шумахов. Это Никита Глушков. Я, прошу прощения, на четверку среагировал в номере. Но не суть важно. 1-1. Под занавес первого тайма. 21 очко. Но 22 игры позади у краснодарского клуба. Ну и Волгарь замыкает квартет. Удар поворотом опаснейший. И сейчас Артем Касимов. Один из самых заметных защитников в составе гостей. Классно пробил головой. Гермазов. Мягкая передача, штрафную площадь. Удар поворотом. Это могло быть опасно, если бы получился удар чуть более акцентированным у Сердера Сердерова. Динамо могло бы претендовать на второй гол. Гаглой с мячом. Родин. Ух ты, какой гол! Ух ты, какой гол! Да он сам не верит наверняка тому, что этот мяч залетел. Как это вообще произошло? Я думаю, что и Давид Волк, и примерно все футболисты Махачкалы предполагают, что этот мяч пойдет просто куда-нибудь там за пределы поля. А он взял и вылетел в девятку. Гаджиев. Гаджиев. Передача направо. Пока без удара. А сейчас Гаджиев сам. И нужно подниматься. Нужно подниматься. И это фол в атаке. И это финальный свисток. 2-1. КамАЗ сенсационно побеждает. КамАЗ победил в первом круге. КамАЗ побеждает и дома. С разницей в один мяч опять важнейшие 3 очка.